Высокая мечта, высота, высота. Своим рождением город Долгопрудный обязан комбинату «Дирижабли-строй». Наш город единственный в России и в мире, где создавались летательные аппараты трех видов – дирижабли, самолеты и ракеты. 5 ноября 1934 года свой первый полет совершил дирижабль СССР В-6, один из лучших на тот момент дирижаблей в мире. Руководил строительством известный во всем мире итальянский дирижаблестроитель, исследователь Арктики, генерал Умберто Нобиле. Дирижабль В-6 мог рассматриваться как усовершенствованный вариант дирижабля «Италия», который до того времени оставался непревзойденным среди полужестких дирижаблей данного объема. Русский дирижабль выявил преимущество и превосходство над итальянским как по своей форме, так и по полетным характеристикам. Действительно, крейсерская скорость была увеличена с 90 до 104 километров в час. При этом гондола управления была увеличена в расчете на размещение 20 пассажиров. Да. Советские инженеры очень гордились этим. И я гордился еще больше, ведь увенчавшийся успех был проделан работой в течение 2 лет. Все, кто жил и работал в те годы в поселке Дирижабли-строй, жили и горели и трудились с мечтой о высоких полетах над облаками. В конце января 1938 года вся страна и весь мир с тревогой следили за судьбой советских ученых. С первой в мире научно-исследовательской станции «Северный полюс» под руководством Ивана Папанина, терпящий бедствие на дрейфующей льдине водах Гренландского моря, работники дирижабли-строя приняли трудное, но единогласное решение отправиться на помощь ученым. Несмотря на трудные погодные условия, несмотря на плохо изученный маршрут, они не могли поступить иначе.